Всем привет, с вами Майкл Найт, сегодня мы продолжаем играть в игру OMSI 2, сегодня у нас на обзоре автобус LAZ-695N. И сейчас немножко расскажу об автобусе. LAZ-695N это автобус производства Львовского автобусного завода в городе Львов, это Украина. Производился где-то с 70-х, 80-х по 2000-е года. Вот, и именно эта версия 2000-х, потому что в 2000-х годах, сейчас, немножко подвисает, вот, потому что с 2000-х годов вот этих тут водительская дверь, ну, исчезает, так что, вот так, давайте посмотрим, вот, кстати, вот так выглядит наша кабина, вот так выглядит пассажирский салон, вот так, сейчас покрутим вот тут у нас вот боковое сиденье, тут у нас перед водительской дверью. Так, ладно. Это у нас вот кабина водителя. И давайте уже приступим к запуску. Говорит, у нас, как обычно, у нас по традиции тест-драйв, так что вот так. Включим тут. Мы завели автобус, кстати, вот. Сейчас вам покажу еще вот, кстати, вот тут штуки всякие. Что у нас тут? Сейчас. Тут у нас. Такие. Извиняюсь, что как уже говорил, до OMSI, так что жесть какая-то. Закрыли. Так, сходим с ручника. Так, получаем первую передачу. Все, и можно ехать. Сейчас только камеру немножко настрою правильно. Подвисать немножко, так что. Висит вечно. Ой, ладно. Уже больше 40 едем. Едем. Напоминаю, что снова что мы едем по 76 маршруту до Крокенхауса. Вот. Этот маршрут и карта нам больше всего подходит для этих, для тест-драйвов автобусов, так что вот так.
блин, висит вот, а. Кажется, едем по-нормальному. Вот. Хотя не отжимаюсь. Уже подъезжаем, конечно, к Рокенхаусу. Она сейчас вот то, что сейчас происходит, так что автобус едет в принципе нормально, без глюков, то едет нормально и почти пешком. Вот. Все, мы подъезжаем, конечно, к Рокенхаусу. Хаус, вот, кстати, вот. Все-таки колпачки поставил на автобус. Клевый, да? И сразу вам сейчас покажу, что тут есть за штуковины всякие вот в автобусе. Так, вот тут вот. Тут у нас есть лючок, тут всякие. Тут у нас есть вот. Тут у нас. Это труба. Ой, выхлопная труба. Решетки, можно белую поставить, вот такую, можно поставить, если что, черную. Можно колпак снять, колпак одеть. Вот, тут у нас вот таблички, маршрутный указатель, точнее. Все закрыли. Вот сейчас вот. То есть типа смотреть автобус. Сейчас посмотрим. Вот, вот тут у нас. Движок, он, кстати, реалистичный, гораздо реалистичнее, допустим, в реале. Вот, тут у нас. Сейчас. Все закрыли. Вот. Вот, кстати, что у нас тут в салоне? У нас. Тут у нас деньги. Хотя, правда, деньги, ну, как украинские, но точнее гривны вот эти украинские, но все равно они не такие как в автобусе увидеть. И самое главное, что эти гривны украинские, тут такая смесь, такая украинские гривны, вот эти какие-то вот, билеты прям чистый зомси, зато русский номер, хотя ничего не подчеркивает того, что русский автобус. Ладно, сейчас подойдем вот. Салон пассажирский, значит, так. Тут у нас указатель маршрута. Можно, кстати, вот. Дверь открывается.
они у нас вот так вот открываются сейчас. Да, игра притормаживает. Ой, ждем. Все, двери закрылись. Просто пусть. У нас тут, тут у нас типа часы. Переключение передач. Вот тут у нас пары. Потом что у нас тут еще? Что-то не на то нажмешь, все сразу там, допустим, что-то откроется вот тут. Вот на эти кнопки, это на них нажимаешь, когда вот это все вот заводишь автобус, это вот экстренное. Ну и напоследок, с вами был Майк Майк, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на группу ВК, всем спасибо, до свидания.